Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Чужое мнение». В эфире новости шоу-бизнеса. 14 августа этого года Лиза Арзамасова впервые стала мамой. Актриса родила первенца своему супругу, 47-летнему Илье Авербуху. А сегодня Елизавета показала своим подписчикам, как ей удалось быстро привести себя в форму после родов. Максим хоть жив, все хорошо у него. Он... А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях, оцените видео лайком, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить свежие новости. И помните, мы ценим чужое мнение.